Приветствую вас, друзья! Я Адонис, мы продолжаем проходить Black Mesa, то бишь первый Half-Life. Мы находимся на заключительной стадии производства вот этих вот воинов. Возможно, и заключительная стадия игры. Скоро узнаем. Нам постоянно заряжают электропушку, и она реально обалденная. И воюем мы с головастиками. Главными злодеями. Возможно, это как раз те инопланетяне, которых всех порабощают. А возможно, просто одна из рас, которую поработили. Ничего не объясняют, это плохо. Но все выглядит как вот заключительная стадия. Броньки подкинули. Должен быть какой-то великий враг. А туда, значит, нельзя пробить, да? Так, с одной стороны пробили. Калера, теперь здесь. Теперь его можно огулять. Где он? Калера. Они еще и прыгают. Зараза! Хорош. В первую очередь надо вот этих вот кукловодов мозговитых убивать. Потому что они будут бесконечно своих прихвостней делать. Вот зарядочка. Причем и жизни тоже. Прекрасно. Где вы? Зараза! Блин! Залез туда, куда не стоило. Обидно. Убираем эти щиты, мешать будут. Холера! Нормально. Прошли. Хотя хорошо подмажили-то. Сколько вас тут, ребята? Слишком много. Бронька. Куда же мы поднимемся в итоге? Вообще странно, что они не могут просто конвейер остановить. Убить меня. Ну. Зараза. Готово. Тут не один такой, тут три. Хорош! Еще один остался. Холера! Да зараза! Кто меня там убил? Щиты эти? Тут еще залазить как-то надо, видимо. А, они кидают бочки меня, что ли? Что тут происходит такое? Пипец! Вот это непросто.
Вон, они бочками кидаются. На, лечилка есть. Надо пользоваться. Убивать тех, кого можно убить. Вот, теперь сюда. Сейчас подлечимся опять. Так, лечилка. Так, а как тут быть? Что-то я не врубаюсь. Ага. Все, хорош. Было просто подлезть. Нет же! Куда я так прыгнул? Пипец, случайно нажал два раза. Хорош. Добрые битвы. Смачные. Почему-то эти щиты мне напоминают легионерские, римские. Все выше и выше и выше. Как же глубоко мы находились. И как же высоко мы поднимемся. Вот если так долго стоять, то можно подумать, что мы просто вперед двигаемся, а не вверх, да? Но нет. Зараза! А теперь снова вниз. Как же так? Так, пока что стекла нам мешают. Но я готов стреляться. Твари. Все, опять вверх. Это они свои силы меня останавливают. То есть они не могут контролировать процесс этот, да? Интересно. Они просто вручную, грубо говоря, физически только остановить смогли. Ну, он, видимо, ворота. Мне показалось, или они треснули сейчас? Мне показалось, видимо, текстуры просто прогрузились. Ну, очень долго мы на этом производстве уже ходим. С ума сойти. Посмотрите, это вещи из нашего мира. Люди, компьютеры. Они их оцифровывают, изучают, видимо. Прикольно. Очень прикольно. Они же мертвые, наверное. А это что? А, боезапас. Круто. Это намек на то, что больше не будут перезаряжать энергопушку. Ну, скорее всего. Так, перезарядиться надо. Тоже важное дело. В бою это делать не лучший способ. Птичка сзади на компе. Все. Пицца.
Это фотка? Барк! Барк это лай. Скорее всего, собака кого-то из разработчиков. Интересно, разработчиков Half-Life или Black Mesa? Прикольная псинка. Ну, такое собакам давать не лучший вариант. Сладкая. Возможно, там просто в виде пирожного сделано, на самом деле, собачий, да? А, воздуховод. Вау, какая красота. Медузы тут летают. Вот зарядочка там у нас. Угу. Ты галактика? Давайте возьмем что-нибудь попроще. Не будем так тратить энергопушку. А, свет там пробивается. Сквозь железные прутья. Мы выберемся когда-нибудь. Железные прутья останутся лишь в нашей памяти. Опять подняться наверх. Может, тут попроще будет? Поднималочка. А это, видимо, телепорт куда-то. Ух ты! Вот она, башня Саурона. Он остался последний? Сколько скатов. Ты чего скучный? Воспоминания всякие. Видимо, финал. Последний. Он Вортигонт? Ты выжженная земля. Что это? Ядрить. Красота-то какая неописуемая. Вау. Охренеть. Да чего скучный день. Да уж. Видимо, реплика из начала игры. Это тоже портал был? А, нам надо убить существо, которое удерживает портал, точно. Нас же отправляли именно с этим заданием, помните? Что это за существо? О, анимация даже, нифига себе. Вот он, злодей мозговитый. Тварь. Нихила! Так, тут не все так просто, так понимаю. Не? Сначала надо понять, что вообще тут уничтожать. Так, бронька. Какой интересный босс. А золотое это что у нас? Не, не, я думал, жизни будет останавливать, нет. Как же с тобой бороться-то? Ну вот эти штуки щит поддерживают. Как-то их надо. Не?
Так, что это зеленое там? Не, сюда нельзя. Всю энергию потратил. На, ну, попробовать. А, вот и здоровье восстановление. Так, намек. Что нам прислали? Все прислали. То есть все действует. Да, 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 все правильно. Угу, я понял. Хорош. Хорош. Долбим. Вот так. Хорош! Теперь его долго. Не? Проходит урон? Видимо, это разминка еще только была. Знакомство с тварью. Ух ты! Часть нашего мира. Что это такое? Телепортирует все прямо. Сраса. А, щит. Fucking щит. Ух ты! Завалило прямо. Машинами кидается. На вход причем кидает. Зараза! Телепорты, видимо, надо стрелять от его. Не? Непонятно, надо изучать. Что поделать? Я вообще не фанат такого, когда с первого раза никак не пройти. Вот прям надо именно изучать. Зараза. Не, урона не было, кстати, по мне. Блин.
А где ракетница-то? А почему у меня ракетницы нету? Я потратил, что ли, уже всю? Нифига себе. Так, вон. В прореки стрелять надо, я понял. Хорош. Вон дырочка. Так, а это что? Хорош. Ну ладно, Миша. Неплохо бы подлечиться. Так а в жизни еще бронька. Да как так? Откуда? Каким образом? Это из разряда надо знать. Надо знать, какие атаки и что делать. О, Вьетнам устроил тут. О, энергопушка. Хорош. А это что? Блин. А здесь что такое? Да что, куда ему деться-то? Я прыгал. Блин, наперед кидает. Я не люблю такое. То есть даже тут убивает, ваншотит, я понял. Так, вот он выстрел. Охренеть! Вот задница! Жизни, нет жизни!
попа. Тут знать надо, именно знать. Знать, что делать. Или просто попа творится и все. Это тупой дебильный босс. Он портит впечатление от игры. Такого говна в играх хороших не должно быть. Просто что я должен тут делать? Господи, какой бред. Так, там что-то золотое. Куда тут двигаться вообще? Я живой? Я еще живой! Он расцвел! Вот для кого его бутон рос. Они сомкнулись. Стали единым целым. Ага, у нас телеп... Вид обалденный просто. Босс мне не понравился, задротский слишком. Я такое не люблю, не уважаю. Ох ты, красота-то какая! Очень круто. Эффекты просто выдающиеся. Гордон на 100 баллов. Фримен, воплоти. Джимен! Или вернее, в защитном костюме. Я взял на себя смелость избавить вас от оружия, часть которого собственность правительства. Касаемо костюма... Правительство? Вы его заслужили. Правительство важное было. Пограничный мир, Зен, под нашим контролем. В сей момент, благодаря вам, вы проделали очень много неприятной работы. Я впечатлен. Вот поэтому я здесь, мистер Фримен. Я рекомендовал ваши услуги моим нанимателям. И они уполномочили меня предложить вам работу. На мой взгляд, вы имеете безграничный потенциал.
Вы показали себя решительным человеком. Поэтому, я уверен, вы легко примете дальнейшее решение. Если вам интересно мое предложение, просто войдите в портал. Я посчитаю это за согласие. В противном случае... Я предложу вам битву, в которой у вас нет шансов на победу. Весьма досадная перспектива после того, что вы пережили. Блин, пора вот это круто было, интересно. У нас реально выбор есть? Битва какая-то, давайте битву лучше выберем. Нужно. То есть он правительственный агент? То, что он сказал, это принадлежит правительству, это важно было. Что ж, похоже, мы не будем работать вместе. Никаких сожалений, мистер Фрейман. А если бы я вошел в портал? Блин! На самом деле, вот этот диалог рассказал о Джимэне больше всего. Ни во второй части, ни в Алекс, он больше информации про себя не говорил. Вау! У меня две кровинки, да? Да охренеть! Субъект Фриман, статус наблюдения прекращен. Причина: субъект отклонил предложение работы. Так, а если б я выбрал работу? Кроуба. Коллектив. Не кроссба, а кроуба. Вот они, эти ребята. Очень крутая игра. Пожалуй, последняя часть подпортила впечатление. Босс мне не понравился, слишком задротский, я такое не люблю. Атаки должны быть чем-то продиктованы, ты должен плюс-минус понимать, как... Он не то чтобы сложный, не так много времени потратил, но я такое не люблю. На мой вкус это хрень была, так себе босс. И концовка, вообще последние вот эти главы затянуты очень сильно были. Надо было побыстрее заканчивать там. Было бы лучше. То эти последние стадии Зена слабоватые были. Но в общем игра, конечно, порадовала. Так бы, я не знаю, но десятку бы все равно не поставил. И как я понял, это сильно переделанная первая часть. Нельзя по этой игре судить о первом Half-Life. Типа, хорошим его надо поиграть тоже. Ну, как проект я баллов, наверное, 7 поставил ему. Графика все-таки устаревшая уже совсем по современным меркам. Не было диалогов, информации. Баллов 7, вот, правильная оценка для этой игры. Много интересного я узнал про мир Half-Life, очень. Давайте попробуем загрузиться. Войдем в портал. Что будет сейчас? Благоразумный выбор, мистер Фриман. Мы с вами еще встретимся. Я так понимаю, Гордон выбрал портал, да? Нанят. Ожидает назначения. Я думаю, что он вошел по канону в портал. Ну все, точно так же титры пошли. Ну что ж, на этом это прекрасное прохождение заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи в других...